О чем пишет городская пресса, расскажет Анастасия Дубас. Ей слово. Здравствуйте. В полицию Волгодонска сообщили о вымогательстве денежных средств. Информация портала Южного региона. Волгодонец, уже несколько лет проживающий за границей, приехал на родину, чтобы продать квартиру своей жены. После оформления необходимых документов он узнал, что должен заплатить налог как нерезидент Российской Федерации. Размер налога 30% от стоимости жилья, что составило почти 1 000 000 рублей. Мужчина рассказал о сложившейся ситуации своей знакомой, которая в свою очередь организовала его встречу с местной чиновницей. За снижение налоговой ставки до 13%, как для резидента Российской Федерации, 48-летняя сотрудница межрайонной ФНС России номер 4 по Ростовской области потребовала с бывшего жителя Волгодонска 150 тысяч рублей. Об этом мужчина сообщил в правоохранительные органы. Деньги было решено передавать частями, после чего сотрудницу налоговой инспекции задержали с поличным. В настоящий момент она находится под подпиской о невыезде. В отношении нее и посреднице возбуждено уголовное дело. Городской отдел по молодежной политике подвел итоги регионального образовательного проекта «Молодежная команда губернатора». Информация опубликована на сайте администрации Волгодонска. Встреча активистов длилась 8 часов. Примечательно, что тренинги вели представители международного форсайт-клуба «Мотиватор-24». Молодежная команда губернатора из Волгодонска узнала о приоритетных направлениях при разработке соцпроектов, а также о существующих возможностях самореализации молодежи. Всего на тренинге побывало 90 инициатив молодых людей. Ростовские легкоатлеты стали призерами на чемпионате мира. Об этом рассказывает своим читателям «Комсомольская правда». В последний день чемпионата мира, проходившего в Стамбуле, донские спортсмены взяли 2 медали. Шахтинец Андрей Сильнов в соревнованиях по прыжкам в высоту получил серебряную медаль, уступив при этом представителю Греции. А вот волгодончанка Юлия Гущина в составе эстафетной команды России заняла 3-е место. Всего же донские легкоатлеты привезли на родину сразу 4 медали – 2 серебра и 2 бронзы.